Удар и гол! Мама мия! Вот это в стиле диско пробил Иско! Но в каком стиле отразил этот удар Тер Штеген? Можно пробить. И вот, пожалуйста, спасение Давида Де Хея после удара Джеймса МакАртура. Вновь Лэдли создал этот эпизод для МакАртура. Мата здесь пытался уже достать МакАртура, это бесполезно было. Выходит один на один, будет удар поворотом, спасает свою команду Кейлор Навас. Если он закончит сейчас все. Ну, по крайней мере, в этой игре наверняка. И даже странно, обычно таких удар, и вручает свою команду супер сейв Пао Лопеса. Парирует он вот этот удар в Англии. В ближнем бою на высоте оказывается вратарь. Уйдет к Бауэри. Подача Хальстенберга. Удар Поульсена. Перекладина после того, как феноменальный сейв совершил Мануэль Нойер. А со стандартов Лейпциг забивает много. И об этом, конечно, прекрасно знал Ковач. Подача Хальстенберга. Бобен. Матегут. Матегут. Мюллер. Шист Вайденфеллер eher ab. Сейчас он Давида Сури. Ладно, справился. Важнейший эпизод. И не забивает Варди. Ну как же так? Лено сам исправляет собственную ошибку, но нельзя было в такой ситуации промахнуться. Какой шанс был? Да. Техника. Вот Руни бьет воротом. И вот, пожалуй, самый опасный момент в первом тайме, который возникает вообще, наверное, у двух команд. И после передачи Поли Погба. Здорово здесь он показал. И вот Мюллер! Шикарный удар в ближний угол. И Кастенмайер в порядке. И атака хороша на Баварии с подачей прострелом. Вот. Штала, трасса, Батагли, Гранду, Дуфезон, Кастю. Оня, Оня, Рудриго Батагли. Рыжко, Нурмата, Болон, Вава, Селу, Дугол, но фоса, интервенция, Кастю. Левава тут, левава. Парси entrar até o VAR pelo menos a direção do ângulo superior esquerdo. Продолжается атака. И Мануэль Нойер, не видя удара. И атака-то продолжается, кстати говоря, на положении вне игры. Очень сложный мяч, мне кажется, был. Очень сложный мяч. Даут хватается за голову. Сен Фавр. Просто потому, что удар из-под нескольких защитников наносит. Фурнальс. Удар в ближний угол. И Силисен с этим ударом справляется. Ну вот и Вильяреал. Он показал зубки. Так вот, Вильяреал. Подача. Удар. И здесь уже Рон Роберт Силлер выручает. Какой молодчина. Павар. Ошибается Павар с этим пасом. Но все-таки уже спать даже, когда можно этот мяч пробрасывать. А это удар вниз. Успевает задеть мяч о спина. Симпатичная атака. Чего еще ждать? Сейчас Луис Суарес. Удар. Хороший удар. И вот вам, пожалуйста, голкипер Вильяреала в действии. Чуть не один из первых ударов в створ ворот, который вратарь отразил. Ну и на этом звучит свисток об окончании первого. Пока Бавария атакует. И удар по воротам. Рикошет. Бюрке достает. Очень удобно для Хакими именно. Марокканец подберет мяч. Но он снова его уступает в дальнейшем. Шмола подбивает мяч, но Гнабри не успевает на добивании. Майк Франц его опережает. Красиво Арьен Робин пробил в падении.
левой, но мяч под правой. Месси бьет в ближний. И опять Кейлор играет великолепно. Очень остроумно сыграл Лео и блистательно сыграл вратарь. Классный еще один момент. Вся острота во втором тайме исключительно для Лионеля Месси. Конечно, там помогает Суарес, конечно, и Ракитич. Эй, умс. Raheem Sterling well kept out by Lloris. Not had his best day in goal, but that was a stop that stopped it being worse for Spurs. Counter-attack here. Выход один на один, Месси! Опять Тибо Куртуа. Это при том, что Варан и Рамос. Точную передачу, удар. Здесь надо было забивать. Но здесь сейчас мяч смог переправить, наверное, так назовем, в перекладе, но Гуччи, который... Жоао Моутиньо, удар, Гассанига, добивание, ой-ой-ой, Жота высоковато. Стойно, как и сегодня, в матче против Барселоны, удар и лишь мастерство Марк-Андре Тер Штегена спасает сейчас Барселону. Оля, вот так, Рожер Генц, это свой кипу, ну, коридыш, грэнда дефиза, Эверсон, а кеда на Ари, уорвей трудышка, ну, арава, а кеда фойди Юриел. Даниле. Робен на дальнюю штангу. Красиво. Пришел в штрафную. Макс Хумельс.